Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 августа. Память святого мученика Диомида. Святой Диомид был родом из города Тарса Киликийского. По занятию он был врачом, верой уже был христианин. И врачевал не только тела, но и души людские. Ибо он увещевал еленов уверовать в Бога и просвещал их, подготовляя ко святому крещению. Царствами императора Диоклетиана святой Диомид оставил Тарс и пришел в город Никею, находившийся в Ефинии. И здесь, по обыкновению своему, святой Диомид творил врачевание, причем врачевал не только лекарственными средствами, но главным образом призыванием всесильного и целебоносного имени Господа нашего Иисуса Христа и знамением честного креста. Многих идолопоклонников он обратил к вере во Христа, благодаря своему искусству врачевания, а также и учениям своим. Когда император Диоклетиан, бывший в то время в странах восточных, узнал об этом, то послал воина взять святого. Когда воины прибыли к тому месту, то нашли святого Диомида, уже умершим о Господе. Однако отсекли мертвому голову, дабы отнести ее к императору. Но тотчас по отсечении головы воины те лишились зрения и стали слепыми, так что их повели другие к царю. Причем они несли отсеченную голову святого мученика Диомида. Когда император увидел главу, а также увидел слепых воинов, то приказал им тотчас же отнести главу и приложить ее к телу на свое место. Лишь только воины сделали так, как тотчас же прозрели и уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, коему воссылается слава вечно. Аминь. Кончина святого Диомида последовала в конце 3 или начале 4 века. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.